А у меня теперь в гостях Лейсан. Лейсан, расскажи, пожалуйста, с какой продукцией ты приехал на эту выставку? Мы приехали с кондитерскими изделиями. Производим порядка 20 лет, с 2000 года наше производство. Находимся в Республике Башкортостан. Работаем по всей России и работаем плотно очень с экспортом. С экспортом? Класс. В какие страны собираетесь экспортировать? Мы уже на данный момент экспортируем в Японию, в Китай, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Израиль, Румыния, Беларусь, еще Таджикистан. Вроде все. Пока. Скажи, что иностранцы думают по поводу наших сладостей? Ну, они довольны нашими российскими сладостями. Именно работа в экспорт усиливает более усиленное качество продукта. И мы стремимся усовершенствоваться, стремимся именно, чтобы наш продукт выглядел и на вкус, и на внешний вид, и по всем как бы позиционировался как продукт европейского качества. Лейсан, спасибо тебе огромное. Кушайте сладкое.